Думаю, каждому знакомы строки любимой пиратской песни из книги Льюиса Стивенсона «Остров сокровищ». Да-да, той самой, где 15 человек на сундук мертвеца и йо-хо-хо, с ним же и бутылка рома. Но кто были эти 15 человек и что это за сундук мертвеца? Был ли на самом деле остров сокровищ и какие реальные события и личности послужили основой для этого шедевра приключенческой литературы? Стивенсон с детства был болезненным ребенком и, лежа в постели, постоянно разыгрывал путешествия и битвы с помощью игрушечных кораблей и солдатиков. А став взрослым, как мы знаем, не оставил своих фантазий, только теперь игра и творчество шли параллельно. Стивенсон, играя со своим пасынком Ллойдом, нарисовал карту. Она-то и стала толчком к написанию великого произведения. Они фантазировали над этой картой, обсуждали детали поиска сокровищ, а по вечерам писатель работал над первыми главами рукописи под названием «Судовой повар» или «Остров сокровищ. Рассказ для мальчишек». Утром после завтрака Стивенсон читал написанное всему семейству. В игру включился и отец писателя, Стивенсон-старший. Когда писатель дошел до содержимого сундука Билли Бонса, старший Стивенсон схватил перо и с дотошностью морского инженера составил точную опись предметов. Надо сказать, что этот список был включен в рукопись без изменений. Ллойд тоже принимал непосредственное участие в сочинении книги. Еще бы, ведь он отождествлял себя с главным героем Джимом Хокинсом. С мальчишеским максимализмом Ллойд потребовал, чтобы в его истории не было ни одной девчонки. Исключение было сделано только для одного женского персонажа – матушки Джим. Герои и события «Острова сокровищ» были так убедительны, что даже близкие Стивенсона, причастные к созданию книги, не могли отличить правду от вымысла. Например, песни про сундук мертвеца не существовало. Ее сочинил Стивенсон, а его первые слушатели поверили, что это и впрямь старинная пиратская песня. А дело все в том, что сундук мертвеца и 15 несчастных моряков существовали на самом деле. У капитанов кораблей практиковался, скажем так, не самый гуманный способ наказания бунтовщиков. Их высаживали на необитаемом острове с небольшим запасом провианта, оружием и боеприпасами. Но пираты ужесточили этот дисциплинарный метод. Они выбирали, совсем маленькие безжизненные острова, своего рода сундуки, запертые со всех сторон безбрежным океаном. Один из самых жестоких пиратских вожаков, Роберт Тич, по прозвищу «Черная борода», выбрал для своих провинившихся матросов совсем уж тесный сундук. На этом островке не было никакой живности, кроме змей и ящериц. Вдобавок он оставил своим робинзонам только по абордажной сабле, а вместо еды – по бутылке рому. Тич был уверен, что моряки сразу напьются и перебьют друг друга. Через месяц, ради любопытства, он заглянул на этот остров, и каково же было его удивление, когда он обнаружил там 15 уцелевших моряков. Находясь под сильным впечатлением, он совершил свой первый и последний благородный поступок, простил бедолаг и взял их на борт.